10 километров. За одну заправку топлива самолет способен сбросить на очаг пожара до 270 тонн воды. Самолет 200 в небе и будет продемонстрирован сброс воды. Для начала экипаж самолета Б-200 решил сделать проход, ну а потом уже, друзья, мы будем... Готовьте свои фотоаппараты, видеокамеры. Этот яркий момент нужно запечатлеть. Б-200 в небе аэродрома Раменское. И пошел сброс! Этот самолет отлично за все минуты давался.